Так, ми продовжуємо ефір. 34 тисячі вимушених переселенців уже нарахували в Україні представники ООН. Люди тікають зі Сходу через військові дії. Чи належним чином організоване переселення людей із конфліктних зон, нам розкаже Ноель Калхун, старший регіональний радник з правових питань Агентства ООН у справах біженців. Доброго утра. Дуже приємно. Доброго. Спасибо. Так, сьогодні Міжнародний день біженців. Скажіть, чимало українців зіткнулися з таким питанням, так, і з такою проблемою? Яка у вас є статистика щодо біженців? Ну, надо начать с того, что статистика про беженцев – это всего лишь 2500. Это иностранцы, которые прибежали в Украину искать убежище. Угу. Но я так понимаю, что вы говорите не про иностранцев. Абсолютно не о них. Вы говорите про украинцев, которые приехали из Крыма, которые приехали с Востока, потому что там им небезопасно. Да. Вот. Это мы не называем их беженцев. Ну, мы их не называем беженцев. Uh-huh. А почему? Потому что беженцы по международной терминологии – это те, которые пересекают международную границу из-за преследования, из-за гражданской войны, и которые ищут убежище в какой-то другой стране. Так. А, ну, я понимаю, что в разговорной речи мы пользуем слово беженцев, который, ну, чтобы называть всех, да? Как правило, да. Но это, да, это удобно, я это понимаю. Но и мы таким образом тоже людей немножко ведем в заблуждение, потому что они приезжают и думают, дайте мне статус беженца, обращаются к юристам, обращаются к нам и ожидают, что вот я получаю какой-то статус беженца, а этого не получаю, потому что они не могут быть беженцами. Мы их называем внутренние перемещенные лица. Они очень удобное выражение, но так по международным терминам это называется. Но это в первую очередь это граждане Украины. Сколько их сейчас? Ну, на самом деле никто не отвечает полностью на этот вопрос, потому что государство не ведет центральный учет, ну, центральную регистрацию. Обращались за помощью пока 38 тысяч человек. 38 тысяч. Это уже много. Но надо сказать, что многие люди проживают, ну, у знакомых, у друзей, у хороших людей. Да. Проживаю и еще не обращались ни на какую помощь. И поэтому об их пока данных нет. С какими трудностями стыкаются переселенцы, украинские переселенцы, которые приезжают из східних регионов в інші? Да, мы с нашими коллегами, с другими неправительственными организациями каждый день общаемся с людьми. И надо сказать, что это очень печально, и никто из нас не ожидал услышать такие истории из граждан Украины, которые приезжают из этих регионов. У них проблемы, во-первых, это как выехать безопасно, чтобы, ну, потому что есть эти блокпосты, и их проверяют, они боятся, они видели страшные там вещи. И они не берут с собой вещи. Многие они, потому что надо это с собой носить, и они с трудом выезжают. У них, может быть, уже нет денег, потому что там, ну, там с работы было тяжело, там предприятия стоят. А потом они не знают, куда ехать. Но если есть родственники, хорошие друзья, они в первую очередь туда. И, к счастью, их хорошо, ну, многие хорошо принимают. Но многие не знают, куда обращаться за помощью, за хотя бы временное жилье, чтобы они могли стать на ноги. Скажите, а есть ли какие-нибудь международные нормы, которые соблюдают, либо же не соблюдают Украина в плане переселения, переселения населения, давайте так скажем? Да. Ну, международные нормы, это в первую очередь, что государство за своих граждан отвечает. Угу. Это украинские граждане. Они не теряют никаких прав, потому что они переселяются из одного города в другой, да? Да. Это в первую очередь они должны иметь все права, как обычные, все свободы, как граждане Украины. Но что государство должно сделать, это в первую очередь оказывать какую-то гуманитарную помощь, чтобы помочь людям с адаптацией, ну,
но при приезду, и оказывать им нужную там первичную помощь. Есть люди, которые нуждаются и в медицинской помощи, и в психологической помощи, потому что они, ну, и дети перепуганы, потому что видели эти страшные вещи на улице. И крышу над головой, хотя бы что-то покушать. Mm-hmm. И, ну, это первичный прием. А дальше это, ну, чтобы они имели доступ ко всем, ну, правам как граждане Украины. Mm-hmm. Но вы знаете, в Украине, если убежать, надо убежать с целым пакетом документов. Это потому так, что иначе, если да. ты что-то сам забыл, если ты не забрал трудовую книжку, сложно. Но это специфика. Но надо упростить процедуры, чтобы те, которые, допустим, приехали без трудовой книжки из предприятий на Востоке, чтобы они могли все-таки получить пособие о безработице, потому что они действительно уже, ну, это сам по себе понятно, что он предприятие закрыт, человек не работает, да. трудовой книжки никто ему так, ну, а на руки не дает. Ну, а в Украине працюють над цим, як систематизувати, як допомогти? Работает, ну, я хотела сказать, что в первую очередь сейчас работает, и хотела их благодарить, что-то положительно тоже сказать. Ну, неправительственные организации, общественные группы. Да. Они, ну вот, мы видим, какие они щедрые, что люди действительно стараются оказывать помощь. И я думаю, что сегодня, когда, ну, такой, ну, типа праздник, Международный день беженца, что мы должны и всех призывать тоже участвовать в этом процессе, ну, по всей Украине, чтобы... Потому что в каждом городе, где мы не были, есть хорошие люди, которые собираются, которые что-то делают, собирают гуманитарную помощь, еду, одежду. Есть люди, которые есть, ну, комната есть, квартира есть, дом на деревне есть. Они это дают даже незнакомым людям. И я думаю, что если каждый человек что-то делает, это, ну, страна будет в состоянии принять этих людей. Мы знаем, что ООН выделили денежку Львовской области. 13 миллионов. На что пойдут эти деньги? Почему на Львовской области? Ну, вопрос у меня. Это интересный вопрос. Да. Нет, ну, это вы немножко ошибаете там статистики, но с бюджетом это преувеличивается. Но это в первую очередь мы оказываем денежную помощь самым уязвимым категориям граждан. Не только будет, ну, мы начали с Львовской области, потому что было возможно там заключить этот договор быстрее. Да. А что это за категория? Вот вы говорите самым-самым. Кто эти самые-самые? Ну, я хотела дальше сказать, что мы и в процессе заключения такого договора с Министерством социальной политики, чтобы это распространить на другие области Украины. Но это просто сейчас это будет, надеюсь, очень быстро, но это... Ну, это категории многодетные, там... О, многодетные, так. Многодетные, семья, где кто-то имеет инвалидность. Инвалидные, так. Одинокие, там, матери. Незащищенные свои населения. Да. Ну, Ну, декілька днів тому ми ще з нами був відкритий гуманітарний коридор для східних областей, для того, щоб переселити людей. Що це дає? Як це може повпливати на людей? Ну, треба бути готові к тому, чтобы принять тех людей, которые могут приехать через этот коридор. Потому что если те, которые уже уехали, ну, слава Богу, у них были, но кто-то пошел им на помощь, или у них сама была машина, или знакомый с машиной, или они могли как-то выехать, но те, которые могут там потом уехать, Это может быть люди, которые не смогли до этого. Это люди, которые были без денег и не смогли уехать. Так что они могут быть более уязвимыми и нуждаться больше в помощи. И страна должна быть готова и готовы все условия для приема более уязвимой группы граждан, чтобы была первая медичная помощь, психологическое, жилье, еда. І... Ну, це вже спрацювало? Як воно змінило ситуацію в Україні? Як змінило ситуацію в Україні цей гуманітарний коридор? Воно вже працює? Воно реально впливає на те, що більшість людей переїжджають в інші області? Ну, ми наблюдаємо, що люди приїжджають.
И, ну, это сложно сказать, настолько гуманитарный коридор на это повлияет, но люди уезжают и в большем и большем количестве. Эта статистика растет ежедневно, и страна должна еще больше приготовить условия, чтобы гуманно встречать людей с хлебом и солью и дать им руку и помощь. Мы знаем о той информационной разнице, которая как бы звучит на всей территории Украины и на Востоке. Поэтому я вижу, есть уже разработанные инструкции. Свет, держи тебе две, можно, которые посмотреть, с которыми будут ознакомлять все жители восточных регионов. Друзья, если увидите, военные будут раздавать эти листовки. Здесь краткая инструкция. Но если же не получилось достать эту инструкцию у жителей восточных регионов, куда обращаться, куда звонить? Где можно найти тут помощь? Тут є офіційна гаряча лінія, телефон. Безкоштовно зі всіх телефонів можете додзвонюватися. Хто потребує допомоги психологічної, матеріальної, вам нададуть обов'язково. Телефон 0800 507 309. Ось ми можемо побачити зараз на екрані. Так? Ось що ви можете додати ще? Тобто ми можемо ці правила мати ці поради для всіх переселенців зі всіх східних областей. Що ми можемо ще їм порадити? Які дати вказівки? Що робити? Ну, вони повинні дзвонити. І я так розумію, що це центральна державна гаряча лінія. Там є ще в кожній області гаряча лінія, або можна дзвонити в департамент соціального захисту. Потому что они тоже в каждой области оказывают помощь и делают регистрацию. И тоже можно, если не удастся по каким-то причинам по этим линиям, тоже можно звонить есть общественные организации, как я говорю, в каждой области есть какие-то общественные организации, которые стараются помогать. Так что люди должны упорно звонить по всем номерам, и они найдут хороших людей, которые будут оказывать помощь. Ноэль, дякуємо вам. Дякуємо, що спасибо, прийшли, що прокинулись, що робите таку важливу справу, допомагаєте. Спасибо. Все хорошо, до свидания.